Ты в порядке? Минато. Не удалось продержаться до сих пор. Но у меня осталось мало чакры. И все началось с того, с чего мы начали. Вещи, которые я должен защищать. Кое-что очень важное. И пока у меня это есть, клянусь, я никогда не сдамся. Подожди. Я все еще могу сделать это. Даже в таком состоянии она еще вот такое может делать. Представляете? О, ах ты! Это невероятно. Кушана! Я заберу Девятихвостого с собой в царство мертвых. Так что у вас будет больше времени до его следующего появления. Это все, что я могу сделать сейчас с помощью оставшейся чакры, чтобы помочь вам двоим. Спасибо за все, что вы сделали. Кушана. Ты одна. Сделала меня четвертым Хокаге. Сделала меня мужчиной. Я отцом этого ребенка. А я ничего не могу сделать. Минато. Не печалься. Я счастлива. Я любимой. Я любима тобой. К тому же. Сегодня день рождения малыша. Больше всего, если представить, что я жива, у нас в семье трое. Я вижу настолько счастливыми. Но, если бы я могла... Мне жаль. Я хотела бы увидеть Наруто взрослым. Кушана, тебе не нужно умирать, чтобы победить Девятихвостого. Сохрани остатки своей чакры для воссоединения с Наруто. Я запечатаю твою оставшуюся чакру в Наруто. Это станет частью четырехгранной печати. Затем я заберу Девятихвостого с собой с помощью дзюцу печати, которую я могу наложить, не являясь Джинчурики. Это призыв бога смерти. Но это дзюцу приведет к смерти того, кто его использует. Еще кое-что. Я собираюсь запечатать только половину Девятихвостого. Частично из-за того, что запечатано так много энергии физически, а также потому, что это неумно. Если Девятихвост защитит вместе с тобой, то не будет Джинчурики, пока он не возродится и не нарушит баланс. С помощью призыва бога смерти мы можем запечатать по крайней мере половину Девятихвостого навсегда. А другую половину... Хаос, поглотивший мир и горе. Так спаситель, который теперь появится, это дитя пророчества? Пророчество. И ты думаешь, тот ребенок я? Даже слов не сказал ничего. Нар
Наруто не хуй. Я запечатаю Наруто в... Наруто с помощью четырёхгранной печати. Я знаю, что ты хочешь сказать. Но вспомни слова мастера Джирая о хаосе, который поглотил мир, и о горе неотступном, следующее за ним. Сегодня я понял две вещи. Человек в маске, напавший на тебя, он приведет мир к катастрофе. И этот ребенок сможет его остановить. Он откроет дверь в будущее, будучи Джинчурики. Я не знаю как, но я уверен в этом. Но Минато... Нужно верить в этого малыша. Он наш сын, в конце концов. Именно потому, что он наш сын. Я не хочу возлагать на него такое тяжкое бремя. И почему призыв Бога смерти? Я хочу, чтобы ты остался с Наруто и проследил за ним. Так почему? Почему нужно жертвовать Наруто ради баланса остальных зверей? Ради страны? Ради деревни? Какого черта? Мы должны жертвовать собой ради меня. Ты должен жертвовать собой ради меня. Отвернуться от своей страны и деревни. То же самое, что отвернуться от своего ребенка. Твоей родины больше нет. Так что ты должна это понимать лучше любого. Насколько жизнь сурова с теми, у кого нет дома. Неужели Бог смерти сейчас заплачет? Кроме того, члены нашей семьи. Ниндзя. Наконец. Даже если я останусь жить, я не справлюсь так, как ты. Несмотря на то, что ты не можешь быть с Наруто долго, ты должна рассказать ему некоторые вещи, которые я рассказать не могу. Это обязанность матери. Так что я сделаю это не только ради себя. Тебя. Я сделаю это ради Наруто. Я умру за своего сына. Это мой отцовский долг. Что? Не говори, что ты... Печать! У меня не имеет тела. Не могу поверить, что его чакра так сильна. Раздулся. Он маленький стал по сравнению с своим прежним ростом. Ты! Четвертый Хокаге! Ладно, перейдем к четырехгранной печати. Нужно запечатать оставшуюся часть идентификатора Наруто. Ритуальный алтарь.
Он хочет вновь запечатать меня. Неужели в этом ребенке? Кушина. Это мой шанс! Какие ужасные звуки. Ты! Я говорил, что я его отец. Умереть за него мое право. Я его мать. И это мое право тоже. Хорошо. Впервые я не могу найти аргументов в свою пользу. Это показывает всю серьезность твоих намерений. Спасибо, Кушина. Время вложить мою чакру и чакру Кушина в печать. Так, должно получиться. Кушина, я накладываю 4-гранную печать. Мы не увидим народ какое-то время, поэтому давай, скажи ему все, что хотим. Наруто, не будь слишком разборчив в еде. Питайся хорошо и расти большим и сильным. Мойся каждый день. И не мерзни. И не ложись поздно, высыпайся. А еще... Заведи друзей. Только не толпу, ладно? Лишь несколько. Тех, кому действительно можно доверять. И не бери пример со своей мамы. Учись усердно и развивай ниндзюцу. Каждый человек в чем-то хорош, а в чем-то не очень. Поэтому даже если ты если что-то не будет получаться, не отчаивайся, хорошо? В академии уважай своих учителей и тех, кто старше тебя. Да. Насчет 3 запретов. Будь крайне осторожен, занимая и одалживая деньги. Топи деньги, которые ты будешь получать за работу. И не пей алкоголь, пока тебе не исполнится 21. Слишком много выпивки плохо сказывается на здоровье. Так что, знай меру. И самое сложное, девушки. Я женщина, поэтому знаю не так много об этом. Но в какой-то момент ты станешь обращать внимание на девушек, и это нормально. Только будь осторожен, не увязывайся за первой встречной. Найди кого-нибудь вроде меня. И еще о 3 запретах. Между прочим, опасайся мастера Джирайи. Наруто. Впереди трудные времена. Они принесут боль. Заботься о себе. Ты обязательно должен мечтать.
и быть уверенным в себе, что твои мечты воплотятся в жизнь. Как много. Как же много. Я еще столько хочу сказать тебе. Я хочу побыть с тобой еще. Я люблю тебя. Прости, Минато. Я слишком много говорю. Нет. Все в порядке. Наруто. Как отец, я пожалуй. Присоединяюсь к тому, что сказала твоя говорливая мама. Четырехгранная печать. Мне так жаль, что мы сделали тебя сосудом для девятихвостого и взвалили на тебя нашу ношу. Прости нас, что нас не было рядом, когда ты рос. Прости за любовь, в которой ты нуждался и которой был лишён. Не извиняйся. Да, конечно, в детстве я через многое прошел, потому что был джинчурики. Но я никогда не буду винить вас за это. Да, у меня было не было настоящих родителей. С тех пор, как вы с папой ушли. Но теперь они есть и у меня. Вы отдали жизнь за меня. Ты и папа. Теперь я знаю без тени сомнения, что вы всегда любили меня. Я счастлив. Я рад, что я ваш сын. Минато, ты слышишь? Наши надежды. Воплотились наши мальчики. Наруто. Спасибо тебе за то, что дал побыть мне твоей матерью. А Минато отцом. Спасибо тебе большое. За то, что родился. У нас. Это был самый, наверное, эпичный ролик, который только можно было влепить в эту игру. Я обещаю, что с этого дня я буду есть не только лапшу, но и овощи. Не волнуйся, я люблю мыться. Еще я часто хожу с горячим источником. И я сплю как сурок. На самом деле, возможно, я сплю слишком много. И друзей мне не занимать. Я бы хотел, чтобы ты с ними встретилась, мама. Хотя, с одним другом я сейчас не общаюсь. По поводу учебы. В общем, ты, мам, не зря переживала. Но, между прочим, я смирился с этим. Когда я учился в академии, мои преподаватели и наставники много чего натерпелись. Но сейчас я уважаю их. Мастер Джирай рассказывал мне о трех запретах ниндзя. Естественно, он был именно таким, как ты его описала. И еще он объяснил мне, как должен жить ниндзя. Он был великим ниндзя, между прочим. Я Наруто Узумаки, ниндзя Конохи. Я мечтаю стать Хокаге. И превзойти всех остальных Хокаге. И стать еще круче, чем мой отец. Еще более могущественным ниндзя, чем ты, мам. Да! Что произошло? У тебя получилось? Да, много чего. То да сё. Эй!
Хе-хе. Ясно. Понял, понял. Твое лицо, оно совершенно спокойно. Так, так что, черт возьми, произошло? Оставим эту увлекательную историю на потом, хорошо? Что? Пап. Мам. Вы привели меня в этот мир. Спасибо вам большое. Глава 4. Рождение Наруто. Конец. В магазин добавлены новые предметы. Вы хотите сохранить игру? Да. Сохранено. Ох, это было просто мега эпично все это сделано. Даже, наверное, круче, чем в аниме получилось. А теперь мы возвращаемся к Тоби и Саске. Война? Ах, да. Никто же тебе до сих пор этого не объяснил. Совсем скоро. Всего через несколько дней мир погрузится в хаос. Четвертая Великая Война Ниндзя. Это будет битва за хвостатых зверей. Не стоит волноваться. Я не убью девять хвоства. Я обещал это право тебе. Тем не менее, эти новые глаза у тебя совсем недавно. Тебе нужно время, чтобы восстановиться после их вживления. Наконец я здесь. Совсем скоро мой замысел осуществится. Осталось недолго. Глава 5. Тайный заговор. Ясно. Это было непросто, но ты все же овладел чакрой девяти хвостов. Конечно, он рад, что теперь может использовать чакру девяти хвостов, но... Мне кажется, что встреча с матерью оказалась для него намного важнее. Чакра девятихвостого теперь владеешь ты. Как ее использовать, теперь реши. Я храню чакру девятихвостого в особом месте внутри себя. Таким образом, я не буду пользоваться ею постоянно. Когда потребуется эта чакра, сделает меня сильнее. Вот так. Это же... Девятихвостый придает тебе сил, йоу. Что? В чем дело? Ты считаешь, что надежно скрыт? Ты ищешь другую чакру? Да, он чувствует кого-то рядом с нами. Я это не заметил и достоин наказания. Это не чакра. Это что-то другое. Что-то очень плохое. Она исходит отсюда. Это твой меч. Похоже, ты умеешь чувствовать гнев и другие отвратительные эмоции. Ты тут парень, похожий на акулу. Но как? Я же давно с тобой разделался. Я всего лишь дожидался удобной возможности и подсунул вместо себя клона. Настоящий я все время был с тобой. Я прятался внутри Самихады. Что? Дзюцу скрытого тумана! Восьмихвостый. Пока я был с тобой, я смог собрать много данных об Альянсе Ниндзя. Большое спасибо за это. Он попытается скрыться с этой информацией. Не дадим ему уйти. Водопад правды? Наруто отправился в такое опасное место? Да. Я не могу просто смотреть, как молодые люди вроде Наруто так напрягаются в лучшие годы своей юности. Я помогу ему. Стим, такое иногда бывает, вы уж простите. Ничего страшного. За мной оба. Выходит, я тоже иду. Ух, и все, на этом мы закончили. Спасибо, что смотрели меня, подписываемся, лайкаем, комментируем. Мне будет приятно почитать, посмотреть ваши лайки, также, что вы на меня подписались.
Есть какие-то вопросы, всегда задавайте, всегда отвечу, я всегда онлайн, почти что. Всем спасибо, что смотрели, это была очень приятная глава. Было приятно для вас ее проходить. Ждем следующих роликов, смотрим предыдущие. Всем удачи, пока.